Июль принес несколько изменений, в частности, нововведения коснулись бюджетников. Например, для медиков отменили максимальное ограничение надбавки за сложность и напряженность работы. В сфере культуры отныне предусмотрены выплаты за высокие профессиональные и творческие достижения – до 25% от оклада, а сотрудники информационной сферы могут претендовать на премии в размере до 50% пунктов. Минздрав и Минтруда вносят изменения. Теперь, если человек, уже находясь на больничном, заразится COVID-19, либо получит бытовую травму, нужно открывать новый лист нетрудоспособности. Еще одно нововведение: по беременности и родам больничные можно открыть в стационаре. Изменения вступят в силу 23 июля. Выдавать сертификаты ЦТ начнут 16 июля, а за резервные дни с 23-го. Напомним, централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с теста по белорусскому языку. Завершится всемирная история 8 июля. Всего в этом году на испытания зарегистрировались более 62 тысяч человек. В среду днем горел сарай на Куйбышево. На номер 112 позвонил очевидец. С его слов, внутри никого не было. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. В результате ЧП повреждено 15 квадратных метров кровли, стены имущества в 4 блоках коллективного сарая. Пострадавших нет. Предполагаемая причина – занос постороннего источника зажигания. Конкурс «Автоледи-2021» пройдет 3 июля в Бобруйске, организатор БРСМ. Главное требование – наличие водительского удостоверения, собственного автомобиля любой марки, членство молодежной общественной организации. Уже зарегистрировались 10 девушек, соревнования пройдут 3 этапа, всех участниц ждут призы.